Приветствую всех на своем канале. Сделал я вот такую конструкцию. Попросили меня сделать орлана. У подножья конструкции я взяла пластиковый ящик, залила его бетоном, добавила керамзита для облегчения. Так как птица будет практически в настоящий существующий размер, поэтому надо было облегчить конструкцию. Добавила тряпки, замоченные просто в водно-цементном растворе, и положила их тоже у подножья. После чернового слоя наношу чистовой, пытаюсь сделать крылья, перья. Раствор 2:1. После просушки загрунтовала с добавлением черного, выкрасила голову белым и хвост белым. Клюв и лапы, как вы видите, я покрасила желтым. Дальше начинаю красить перья. Взяла два коричневых цвета, один потемнее, другой посветлее. Сначала одним нанесла, потом другим. Дальше темно-коричневый разбавила белым и наношу тонировку на перья. После взяла черный, сильно разбавленный грунтовкой, и прошлась по внутренностям перьев немножко. Приступаем к камням. Камни были загрунтованы черным, выбелены белым. Дальше я взяла коричневые хаки. Губочкой наношу, растираю, делаю камушки. По очертаниям камней прохожусь темно-коричневым цветом. Остатки его разбеляю и наношу тонировку. Вот такая большая птица у меня получилась.